Уважаемые коллеги, вот снова мы с вами встретились. Перед началом вашего эксперимента мы встречались. Я давал кое-какие напутствия из своего профессионального и жизненного опыта. А сейчас, когда у нас исполняется 438 суток вашего грандиозного, на мой взгляд, модельного эксперимента, это символично. А вот принята такая традиция, значит, у космонавтов, когда пересекают рубеж предыдущих, то этот экипаж поздравляет тебя, желает тебе удачи. Все так и было со мной. И вот сейчас назрел момент, когда вы, уже выполнив одну из главных задач этого грандиозного эксперимента, уже возвращаетесь с Марса, выполнив главную задачу и программу, пусть модельного, но очень масштабного эксперимента. Так что я очень рад за вас. Читая ваше интервью по интернету, который довольно подробно освещает ваше пребывание, ваше состояние, состояние техники, состояние систем жизнеобеспечения, вижу, что у вас хорошо. Сознание того, что участвуя в столь масштабном эксперименте, требует и психологической перестройки. Я понял, что вы перестроились. Такого ведь не проводилось никогда, но в Институте медико-биологических проблем вместе со смежными организациями всегда делалась работа предварительная перед следующим этапом, более длительным полетом. Или вот у вас руководитель, директор программы, мой друг, космонавт Моруков, он проводил эксперимент, уйдя даже с совместной подготовки к моему длительному полету, проводил эксперименты с женщинами под полет Елены Кондаковой. Так и этот эксперимент можно рассматривать сейчас как необходимый этап подготовки к далекому-далекому натурному эксперименту полета человека к Марсу. Это добро лежать в архивах невостребованное не будет. Дело в том, что участвует Европейское космическое агентство, участвуют китайские представители от Китайского космического агентства, участвуют наши представители. И не участвуют американские исследователи, но которые в кооперации через университеты свои, конечно, будут тоже пользоваться этими наработками в полной мере. И так как полет, натурный полет будет интернациональным, обязательно интернациональным, одной стране это не под силу, вот, то, конечно, все это будет востребовано. А вам ведь, наверное, останется гордиться, и сейчас по завершении этого эксперимента, через 3 месяца, наверное, будет приятно и гордо. Сенкевич в свое время, наш великий путешественник, был у нас в отряде. Вот они однажды, когда я начинал свой первый 8-месячный полет, они пришли и спросили меня, ну как ты себя чувствуешь в реальном полете? А я говорю, имея опыт уже камерных экспериментов, вот таких же, с изоляцией, только не таких длительных, естественно, я говорил, да все как в эксперименте, только прибавляется еще вот такой необычный, интересный фактор невесомости. Вот от души вас поздравляю с тем, что вы этого рубежа достигли. Побейте, побейте это достижение отечественной космонавтики, но и мое личное. Это действительно грандиозный масштабный эксперимент, и вы, поверьте мне, вы будете многие-многие годы гордиться. Гордиться, рассказывая своим детям, а может быть и внукам. Доброго здоровья вам, высокой моральной, такого морального состояния и психологического хорошего климата вам. Все у вас хорошо, интервью мы ваши читаем, оценки специалистов читаем, и я думаю, отсчет, что сколько осталось, с каждым днем все меньше и меньше, и всего вам самого доброго.